деле ДПС, я вообще не ехала. Допустим, вот сюда. А? Она приезжает прям к нему, его молодой человек, ему не дернула руль, чтобы я в нее, ну, грубо, она в меня въехала, а я в нее. Ну, я по своей полосе. Ну, Андрей, приедь, пожалуйста, ты все деньги. Да, это уже... Это, в принципе, не имеет значения, да? Ну, как бы я там закрою машину, типа. Я 5 минут, и я вернусь, ладно? Не-не-не, мне... Что? Билет, сядьте. Алло. Подруга сидела за рулем. Вот. Данный автомобиль как бы выехал на встречную полосу. Ну, подруга как бы зрение плохое в очках. Ну, не успела как бы заметить, я выдернул руль как бы на обочину. И человек на Хайлендере как бы сзади ехал. Ну, тоже успел как бы выехать. Мы остановились на обочине. Эта машина где была? Эта машина так поехала, ну, как бы на встречку выскочила, потом поехала дальше как бы. Мы развернулись и решили догнать. Вот, проехали через светофор, как бы здесь, и вот здесь уже догнали. Мы думали, Логан, как бы, ну, черный. Да. Вот, здесь, Паша, я думаю, она не оно, но она ехала, вот как машина сейчас стоит, по бордюру. Вот, и то есть по виду дамы было видно, что она не в адекватном состоянии. Вот, остановили, но она, правда, остановилась нормально. Что сказала она? Ничего не сказала. Сказала, да. Мой косяк. Ну, вы спрашивали, пьяная она, не пьяная? Ну, по ней видно. Я ей как бы спросил, она говорит, да, я выпишу корпоратив туда-сюда. Предложила договориться. Предложение. Присядьте. Девушка. Вы не имеете права? Нет. Вы видите, вас снимают? Я ваш глаз. Вы видите, вас снимают? Вам самой не стыдно? Нет. Идите спокойно. Марина Николаевна. Я хочу пописать. Вы уже все сделали. Подождите, не трогайте меня, Марина Николаевна, я сейчас вызову наряд, поедем в отдел полиции, там все это сделаем. Еще бить будет? У вас не будет. На сутки посадят, на парочку. Посидите. Андрей. Все, выключайте телефон. Ну что, не знаю, что. Алло. Марина Николаевна. Да я уже сходила. Они меня поймали, чертветовали. Да я откуда знаю? Пройдемте в машину. 2 секунды, ладно? Там поговорите по телефону, там можно тоже разговаривать, если вы знаете. Там дальше этот типа. Ой. Ладно, и что дальше? Андрей, да. Документы отдаю. Держите. Я не знаю. Ну, Андрей, как я могу сказать? Держите. Сядьте. Я спокойно. Говаривайте. Ну, смотри, документы я отдаю. Говорите. Так, встаем? Нет. Лапки? Сядьте.